Посол России в Армении Сергей Копыркин считает правовым, а не политическим вопрос бывших армянских чиновников, объявленных на родине в розыск и находящихся сейчас в России. Речь идет о бывшем министре обороны Микаэле Арутюняне, экс-депутате парламента Мигране Погосяне и бывшем начальнике следственной группы по расследованию событий 1 марта 2008 года в Агне Арутюняне. В беседе с журналистами в пятницу Копыркин призвал всех не политизировать эту тему. Если вы спросите мою личную позицию на этот счет, то я все-таки относился бы к этим вопросам в чисто правовом контексте. Я бы воздержался от политических оценок, тем более, что не владею всеми нюансами дела, сказал дипломат. Он также добавил, что компетентные органы Армении и России взаимодействуют в этих вопросах. Пишите ваше мнение в комментариях, ставьте лайки и подписывайтесь на канал, чтобы не пропустили новые видео.